Вот мы по Теряевке, это шарик уже выздоровел. Ему сегодня баранья ножка досталась. И он дружит с котиком. Вот котик у него здесь. И котик, при том, тоже беспризорно его подкинули нам. И они вместе тут. И в конуру он, и хвостом его играет. Да такой шикарный котик вырос. Тоже подкинули нам церковную ограду в Барнауле-то. Его взяли. Сейчас как только кормить, так интересно, когда котик ест, а этот опоздал маленько, он сидит рядом, нельзя трогать. Теперь чашку у того я отнял, на 10 сантиметров передвину, рядом, здесь же. Котик начал есть, шарик тогда сядет рядом и сидит, смотрит. А чтобы одновременно, этого у них нету. Ну, как старообрядцы, из одной чашки нельзя. Вот он лежит. Это он в конуре, в конуру залез. До того интересно, сколько держу собак, не видал такого, чтобы такая была дружба. И оба подкидыши. Ой, это вот так ему барашка досталась какая сегодня. Сегодня только закололи. Вон Сергей обдирает. Вон он показывает. Вот, чтобы шкуру-то убрать. Они со шкурой сидят, как волки. Но все-таки лучше так. А этот все так. Лежит, смотрит. Охота тоже. Котя. В чужую комнату-то залез. А то у него вода стоит у шарика. Он любит в жару прятаться. Ну и заметили где-то, вот у нас сорочинное гнездо рядом. А это вот он вырыл себе нору, ну сверху я положил шпалу, он туда залазит и от жары спасается. Вот так. Мирно можно жить. Ну, пожалуйста. Вот тебе живут, говорит, как кошка с собакой. Так это не всегда так кошка-то с собакой, чтобы плохо жили. Ну... Все. Собачке ничего больше не надо, только косточка. Вот он. Лежит. Это надо. В деревне всегда работа. Колун у Володи сломался, это главное орудие труда. Вот он сейчас делать будет. Черешок. Пожалуйста. Вот это Сергей лапки остальные ободрал другим собачкам, чтобы дать. И все к месту. Конечно, жалко и барашка. Но так уже после грехопадения вся тварь совокупности на этой мучается до ныне. Ожидаю усыновления сынов Божьих. Сергей пошел там и работает. Тоже ошкуряет. Сейчас их разбор был. Шарик, где ножка? А? Шарик. Ну, где ножка? Где у тебя ножка? Зарыл уже. Эх, шарик, шарик. Ну. Это иначе значит работает. Все уже. Во какая у него косточка. Он ищет, куда бы место зарыть бы ее, чтобы никто не достал. Вот он роет лапками. Все, положил, сейчас носом зарывает. Он не хуже поросенка роет носом.
Сари, ты что делаешь? Сари. Прям наклонись, а внутри что видно было. Видно, видно. Вот он шарик. Шарик. Эх, шарик, шарик. Шарик на шарик, умница. Скажи, буду дни голодные, вырою. Вот Игнатий значит там шкурит столбушки. А ну-ка я посмотрю, что он сделал. А постарался ему раскрыть. А вы не найдете, Игнатий Ильич? Да как не найду? Ну-ка, где у тебя тут? Ну-ка. Где? Ну-ка, подожди. Подожди. Он так усиленно зарывал, как поросенок своим пятачком. А куда он зарыл-то его? Туда. Вот она. Вот она где. Во. Дали тебе, так ешь. Прячет на черный день-то. Так еще барашка дадут. Котенку это и не надо. Ешь давай. Нехорошо это прячешь, ешь. Ну, что такое? Смотрит уже на котенка, как... А мы вчера наблюдали, белое пушистое догоняет вот этого серого котенка. А он раз сюда, а шарик раз встал, и она уже раз не может. Он за щек. Он за нее, за шарика спрятался. Да, да, вот этот, серый. Вот смотри, что делает, а. Пошел пить, угорел. После земляных работ. Ну еще. Давай, бери. Пошел дальше зарывать. Котик нас, котик, котик, котик. Ну, слава Христу. Ой, шарик готов задушить любую собаку, которая к нам придет. Да? На четырех ногах бегает, смотри. Ой. О. Охраняет. Так, подожди, бери, давай же такие. Не, он поджимает ее. Поджимает. Поджимает. Нет, нет. Ее надо поставить вплотную. Сейчас, нет. Ну, молодец. Он никого не пропустит. Что там зацепился где-то он, посмотри. Так он конуру повернул. Ничего себе. Ну ладно. Разволновался, какую страсть. Это Володя Пащенко, Коля Дрова. Самый знаменитый кольщик. В другой деревне нанимает его. Нет той щурки, которая не поддалась бы ему. Да есть, есть. Сам-то чуть больше щурки. Но работает как машина. О, пожалуйста. Вот сломался у него колун. Тут же сам сделал его. Ну, колун поди не нарадуется, как я в руки попал. А щуркам по башке. Вон оно какое. Ну, главное то, что работает. А там дальше лежит наш шарик. Он охраняет.
сейчас проходил дымок, да конуру развернул. Вот как он на него обозлился, что по нашей территории проходит. То ли шарик думает, что на его место кого-то и наймут. Ну, понятно, что ему это не хочется. О, давай. Ты большую щурку-то возьми, тебе легче будет. Вот он как под нее подставил. Потому что она неровная. Готово дело. Ну вот острие-то пора, говорится, у экклесиаста. Экклесиаста, как заострить топор. Это острота нашей мысли. Вот он простой человек. Нет у него образования высшего никакого, но у него есть высшая академия любви. Кто бы где ни заболел, за кем ухаживать, кому сварить, отнести, везде Володя. Вот мы четверо живем, как маленький монастырь. Вот он, люди, как в одно и то же место, люди. Непрерывно долбит. Кажется, никакой надежды нету, чтобы... Нет, гляжу, разбил. Все. Пожалуйста, вот. Трудный какой-то решается вопрос. А чего он вопрос решается-то? Трудно. Да потому что его не колотит никто. Надо бить в одно место. Вот так. Видите? Вот сколько он движений делает? Вот посчитай, сколько надо энергии. А человек постится, да еще и... Бывает, скажешь, я ужинать не буду. О, готово дело. Вот в одно место. Дал долбит и долбит, как дятел. Опять поставил. Да щурка-то какая-то большая. Уж больно длинная. Так, раз. Это даже нужды ему не, что не раскололось. Два. Это ничего не значит. Вот понаблюдай и возьми его под себя. Три. Готово. Володя, Володя. Вот теперь стоит опять. И вот целый день. В корче наняли его, а соседу надо... Ну, а сосед что, нанял? Приходит, поколет маленько. Бутылочку поставь. Он вторую неделю колет. А Володя за полдня там все размотал. Так сосед через ограду заглядывает. Это вы где такого видели? Да какой-то мужик-то маленький. Из-за забора не видать. Говорит, один только колун в воздухе мелькает. Вот так. Вот как живут люди в Потеряевке. Пожалуйста. Вот так. Ничего нет, ударил. Даже никакого знака нету. Ни трещины, ничего нету. Так, трещина. Готово. Вот это образец. И по-любому вопросу вот так надо решать. Сейчас не получается, перепрыгнуть нельзя. Поднырнем под планку. Готово дело. Это клен. Твердое дерево считается. Он какая суковатая, там никакая ему разницы нет. Он их клепает и... Пожалуйста, вот этот подложил. Да брось ты ее, Володя, мы сожжем так. Ну не трать ты силу-то. Никаких. А что человек, значит? Готово дело. Ему и дерево не радо, скажет, попало в какие руки, то все разорвал. Так дружно жилось. Готово дело. Вот я пока снимаю, смотри, он что вытворяет тут. Тут у нас есть кому колоть-то. Ну, не такие, конечно. Везде есть чемпион. Это чемпион по колке дров. А это у нас шарик. Розовый язычок. Ой, 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 да ползет-то как. Видите, задние ноги-то у него. Ой, ой, ой. Ну, покажи, как ползет. Ой, ой. Ну, красава, красава. Ну все, ну что, ой, 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 пошли, пошли, пошли. А вот наш ой. Серенький котик, Надежда Васильевна Лапкина. Выздоровел абсолютно. Ой, ой, вот он где, вот он где. Подожди, подожди, вот он где, Котя, смотри. Вот он Котя где, а? Ну-ка подойди к нему. Котя где наш, Котя? Вот он Котя где. Ой. Ой, ой, не знаю, куда бежать. Они с котиком дружат. Вот он пошел. А вон тот, Котя, Коша, ты что испугалась? А белая? Ну.
Ну-ка пошли сюда, пошли, пошли. Познакомься ближе с белой. Ну-ка. А вот, смотри, я с белой сижу. Да белая моя кошка хорошая. Ну, ой, 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 ой. Не трожь ее. Ой. Нырнул везде-то сегодня. Смотри, какой. Ему даже ножи нет. Ножка-то у него как выздоровела. Так, какого дела? Ой, ой, ой. Да любит, как он бегать. Купаться любит, убегает. Но... Что тебе дать надо опять? А косточку дать? Ну-ка давай посмотрим. Батюшка давал баранинки тут. Каждый раз. Ну. Так. Сейчас мы с ним пойдем домой. Так, у меня нету это времени с тобой. Сейчас с компьютером буду возиться. Так, а Шарик, иди сюда. Вот ребрышко какое. Вот так, так. Так, бери. Ребрышко, бери, ешь. А что бросил-то? Бросил-то все. Ох, как он. Вот так. Это маленькие, тоненькие барашкины косточки. Что теперь сделаешь? Ой. Ой. Это позвонок. Все. Не торопись, а то подавишься. Вон они сидят. Серый сидит, ждет чего-то. Белый наблюдает. Они, а? Серый, иди сюда. Серый, подкидыш. Че ты там сидишь, а? Ну-ка, давай сюда. Давай, 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 давай. Вот он где. Давай. Не бойся. Не бойся. Шарик дружественный. Вот он как. Пошел. Это тоже сидит красава. Хвост-то как у лисы поджала. О, смотрит. Так, смотри, еще даю. Шарик. Вот он как. Так он что его, бросил или проглотил? О, ну на, ты что бросил-то? Давай ешь позвонок. Ха-ха. Бегать охота. Ну давай тогда назад. Больше я не пойду с тобой гулять. Некогда, уже мне время ночное. Пойдем на место. Пошли. Пошли. Ой. Ой, давай. Ой-ой-ой. Вот так подсоединили тебя. Давай, ешь. Все. Все, Шарик. Ножка у него зажила. Ну все, пришел. Дружок пришел. Вот он как. В конуру залезет и играет с ним. А те нет. Ну все. Пришел серенький. Да подкидыш такой. Да грудка беленькая у него. Ой, ой, какой хороший. Шикарный котик вырос. Лапки беленькие, как в тапочках стоит. Все ножки. Заморыш. Подкинули тебя. Ну, до чего ловит он мышей, вообще, лучше моих двух кошек. А этот-то пришла сзади, рядышком стоит у тебя у ног. Идет, это его друг. А это белый кот, ну. Белый. Белый, 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 белый. Вот. Понимаешь, вот как животные друг друга знают. Беленький хороший, да хороший такой беленький. Ну-ка, пойдем-ка сюда. Иди, поиграй с ним, не бойся. Иди. Нет, игры нету. Ну, да все, боишься-то? Вот он где. Ну-ка, тихо, 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 тихо. Не трожь его, пусть он играет. Пусть играет. Шарик наш шарик. Вот они проверяют друг друга. Привещаешь так вот и живут мирно. А то... О, этот успевает. Территорию каноническую метит. А тот пошел, ему метит. Кот у него там решил. Прямо в кладовке у него метит. И еще делает.
Вот наблюдай, сейчас он обязательно будет зарывать. А этот сидит. Пожалуйста. Ну, скотинка. Любят они друг друга. Вот он где как. Но. Шарик-то не видит. Шарик не видит, что у него там делают. Тот. Понюхает. Не понравилось. Так. Он сверху накрывает своим запахом. Как на ноге-то стоит. Он левая задняя у него была поломана. Это. Как она поросла. Ровно. Он не хромает ничего. Любовь превозмогает даже болезнь. А, Шарик, какой ты шустрый стал. Да какой хороший. Больше не будешь, да? А что ему даю? Здесь с мясом наваренная каша и рыба. Специально гальянов ловят вареное. И молоко. Молоко цельное. Настоящее, из-под коровы. Ну вот, видишь, какой он шарик-то кругленький, гладенький. Все, косточки подбирает. Пошел дальше к тому. Так, запах его, сильно его тревожит запах кошки. Ну как интересно, да. Доедай. Чё сидишь там, серенький, иди поешь тоже. Вся тварь дохвалит Господа, все дышащее. Вот все приблудное, брошенное, оказались годные. У меня стихотворение есть. Как щенок был, боялся моего пинка. А он пришел, кошек разогнал, а кошек было столько, что выйти невозможно. Ну и я его тогда прописал у себя во дворе в Барнауле. Вот сегодня мы готовим территорию, убираем старые деревья с места, это гостиница для мужского населения. И вот там наверху у нас Владимир Пащенко. Кольцо продергивай до конца. И аккуратно назад, потому что дерево может рухнуть, пока ты слезешь. Половина этого сучка. Не спеши, потихоньку. По-малому. Это ветла? А? Это дерево как называется? Это ветлина. Ветла. Оно очень хрупкое. Так, потихоньку. Рисковый парень ты. Так, Сережа, тащи двуручную пилу, сейчас полезешь там пилить будешь, а я буду тянуть внизу. Двуручную пилу так расположите, чтобы пилить на уровне головы хотя бы. А я зайду с той стороны, буду тянуть. Ну и вот этот домик. Тут когда-то пытался жить подполковник милиции. Большие пакости нам делал. Мы приехали, как-то дорогу проводили. Чеченцы или кто столбы ставили. Узнали, что он такой. Да разрешите, мы его ночью в пруду утопим. А тут пруд как раз. Мы так ужаснулись. Да не надо, все в Божьей руке. Он все прокуратуры везде жаловался. Кто мы ограбили кого-то, то тут специальное у нас ваххабитское отделение. Ребята одеты в военную форму. А мне форму эту дали. Я преподавал, вел занятия в летном училище, но это негодное, уже списанное. Его закрывали, там теперь юридический институт. Вот покажу где. Вот где мы до этого работали. Нина, это ее усадьба. Вот там тоже много делов было направили. А там дальше гостиница для женского населения. Вот. А вон в конце, это видно, гараж старосты Барабаша Игоря, дом. Ну, а рядом это Плотниково, они в Греции. Бабушка живет здесь 88 лет, Серафима Гавриловна. И Володя, прекрасный человек, безотказный. Хотя в церковь не ходит, ну, правил никаких не нарушает, только без пояса иногда появляется. Мы очень трудно, по воротам падает на туда-то, ветер дует туда-то, чтобы люди знали, что как делать. Это мы находимся на самом на деревне Потеряевка у нас. Дальше сейчас будет пилить. Отец Яким для пильщика сегодня. Это на дерево, оно туда наклонено, соседнее. Наша задача уронить, чтобы не упало и на дом,
И в то же время мне упало, что там на забор. Мы тратим нас сейчас в книгу. Пошло туда. Тянем. Тянем. Ай, на забор. Я и говорил, что на забор. Сломали. Главное, никого не задавило. Да. А это ограду он поправил. Все плохо тянули. А, все плохо тянули. Хорошо тянули. Да вся сюда, а ты хотел туда. Какая она вообще, ты, ее не ухватит. Ничего, тут она загородила, тут никто не пролезет. Она вместо ограды будет. Иди, скажи, сейчас дьякон придет. Ну что, дьякон придет? Посчитаем, все, пошел. А тут у нас яма. Овощи храним. Надо было просто этот пролет у него выйти. Тяжеленная такая. Заранее. Веревка тоненькая, ее неудобно. Да. Надо толще веревку. После драки кулаками машешь. А разбей вот эти, которые можно. Заводи в машинку. Все. Батюшка, отрежь несколько кусочков. Кусочка два хотя бы, отрежь от него. Вот он забор проломило. Куча мала собралась. Вот так в контакт войдем с дьяконом. Заклинило кино. Ну ладно, Володя, пошли дальше. Пошли дальше. Куда дальше? Вы с этим Сейчас. Иди собирай.